Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия» и Александр Петров. Я не снимаю маску, хотя, конечно, мог бы ее и снять. Но я хотел бы вам сказать, что я хочу видеть себя в маске на видео, чтобы когда-нибудь в будущем я мог это вспоминать, переживать те моменты, которые переживаю сейчас. Я буду помнить, что было и в бизнесе, и в жизни, ну, довольно-таки нелегко. Я буду помнить, кто мне причинил зло и кто сделал мне добро. Я буду помнить о тех государственных деятелей, которые потом будут говорить, что не они виноваты, жизнь такая. Не жизнь, они. Они и есть та гадость, которая нам приносит вред и неудобства. Это все надо помнить. Мое видео в маске напомнит мне это и через годы, и этих людей. Хорошо, что они не в России, а то бы им память это боком стала. Я думаю, что для вас это тоже тяжелые времена, и гораздо более тяжелые, чем для меня, по вполне понятным причинам. Вы там, я здесь. Вы хотите того, что я уже давно достиг. Вы хотите этого для того, чтобы достичь того, что я опять-таки уже давно достиг. Я говорю о большинстве. Не те ребята, которые не просто догнали, но и далеко перегнали меня, живя в Австралии. Они тоже граждане страны. Они достигли всего, и таких много, я горжусь этим. Но, конечно, основная масса – это те, которые сюда только стремятся, и у кого, ну, не такие большие возможности, или, скажем так, все не в самом ближайшем будущем. Но я хочу, чтобы вы это время тоже запомнили. И когда через годы вам будут приходить эти ролики, чтобы вы помнили об этом времени, помнили, кто помогал вам, как я помню это тоже. Я помню тех из вас, которые делали мне добро, помогали мне, фактически были моими соратниками. Иногда вы не разделяете моих идей, иногда вы не думаете, что я делаю все правильно, мог бы делать лучше или по-другому. Но вы помогаете мне из-за того, что вы любите меня, и вы, даже полагая, что я где-то делаю ошибку, это моя ошибка. И вы помогаете мне даже в моих ошибках. Вы просто помогаете мне, и я это очень ценю. Естественно, я помню людей, которые предали, предают и предадут еще, и не раз такое случится. Я хорошо все помню. А как говорится, жизнь, она длинная. Поэтому, дорогие друзья, я буду делать видео в масках до того момента, когда это будет уже совершенно не надо. Эти видео сохранятся. Как я иногда вижу видео, которые были 10 лет тому назад, на них забавно смотреть. Я горжусь тем, что я совершенно не изменился ни в своих пристрастиях, ни в своих целях, ни в своих идеях, не в своем характере. Какой я был, такой я и остался. И поэтому я был 20 лет тому назад. Я был 10 лет тому назад. Я сейчас в этой отрасли. И дай Бог, и 10, и 20 лет вперед. Я тоже буду. За это время я пережил очень многих образовательных иммиграционных агентов. Надеюсь, еще многих переживу. Спасибо.